Добрый день, друзья! С вами снова Константин и Виктор. Приехали на старое место. Ставим палатку. Сегодня у нас где-то минус 8 утром. Подморозило уже все. Посидим сначала здесь. Если нет, то поедем в другое место. Добрый день еще раз, собратья, по рыбацкой страсти. Ну вот палаточку мы поставили с Виктором. Пусть посмотрит наше варево. Прикормку. Сегодня нам бармаш должны привезти. Это он еще комбикорм не разошел. Не разведенный комбикорм. Ну, так что мы берем в магазине. Наши деды бы посмотрели, на что мы ловят. Долго бы хохотали над нами. Ни одну свинью можно вырасти. Поросенка, поросячью заварку делаем мы. Но пока не поклевки, правда, сели только. Будем сидеть, ждать. Сегодня восточный ветер у нас дует, такой морозец наступил. По прогнозу все минусовая уже днем. Хотя вчера у нас в Усть-Баргузине еще с крыш капало. Плюс два вчера было. Плюс два, он, Виктор, говорит, дороги как зеркала. Но он мужичок ходит. Щук пытается на балансир поймать. Да, в палатке, конечно, сидеть это классно. Но он не у берега, глубже маленько, да? Не, он вдоль берега ходит. А мы пытаемся поставить самоловки. Они у нас уже 2 года лежат. Я надеял, в этом году все-таки поставим. Мы как-то ставили их на ночь, помнишь? Ну, а мы другие, это не самоловки. Мы там просто эти поставили. Крючи с тобой ставили. Ну, типа закидушек. Ну, а это-то другая. На леске крючки и да, наживляли. Но она не разматывалась. А эта-то самоловка, щука, когда берет, она разматывает там где-то 10 сажений у меня. Она же щука не сразу заглатывает наживку, она сначала уходит с ней, по ходу заглатывает ее. И эта самоловка-то дает возможность ей как бы проглотить и попасть. Но поставим. Но пока тихо. Хотя вчера мы тоже утром посидели, потом ушли в сторону Макаринина на реку Баргузин. Там ничего не поймали, а пришли сюда, рыбка скопилась. Штук 10 мы вытащили, но клев был жоркий, 12, но недолгий. Минут пять. Раскатали мы губы, что все, рыба подошла, но она не подошла. Мужички тоже пока ничего не ловят. Но будем сидеть ждать. Вот первое, друзья мои. Ага, вот это такой, этот. На такой крючок. Это именно ельчик. Взял. Но все, процесс. Ух ты, мимо. Процесс, ребята, пошел. Процесс пошел. Ух ты. Ну, процесс пошел, ребята. А, этот крутится верхний крючок. Так. Подходит периодически ненадолго. Вот поклевка у меня идет. О, клюет, клюет. Даже один раз клюнем, потянул, есть. О, кошачий улов у нас сегодня уже обеспечен. Я тоже клевала, но не успел я ее. Пузыри. Ну, это не андатор. Сейчас мы помутим и помутим маленько. Опа-па. Сидит? Сидит. О. Стало значительно веселее, как да говорила уж Мордюкова в фильме. Что я тут не сделал? Поклевки. Ну, подошла рыбка. Смотрите, ребята, как клюет. Смотри, ведь.
Сидит? Сидела, но сошла. Мелкая какая-то, видимо. Чума. Вон. Вон снова поклевка, поклевка. Клюет, клюет. Витя. Эх ты, елки-палки. Сошла куласа мало этого. Ну вот наш улов сегодня пока. Кошачий улов. Солнышко бледное. Поклевочки, ребят. Слабенькие, но есть. Ой, ё. Сорожка маленькая. Семейство крокодилов. Да, семейство зубастых. Да еще и прокусывает как. Неужели она к обеду подходит, ведь, а? Блин. Вылетела как торпеда. Куда она убежала-то? Неужели к обеду она подходит только? Ну, сегодня, я говорю, полдвенадцатого вот этот последний подход. Ну, подход. Ну, она перестала что-то. Клевала, да? Ну, друзья мои, какими-то волнами подходит рыбка, подбежит, подергаем 3-4-5, она снова отходит, и к обеду как-то с утра вообще мало было, а сейчас дергает, 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 все дергает. Дергает, да? Ну-ка сейчас посмотрим, ай, поклевывает, ну это мелкая такая, а на крупную все-таки хватает сразу. Улов растут помаленьку. Ветерок восточный, не восточный, южный такой. О, попалась, да? Поклевывает помаленьку. Как-то ближе к обеду она стала поклевывать. Ну, такой у нас улов. Кошачий, правда, снова. Ни одну крупную рыбку еще не поймали. Святой нос в сероватых облаках пухлых. Река уже встала здесь. Под мостом только полая вода. Рыбаков практически нету. Там кулаберка. Слушай, а кто-то поставил будку, притащил, Витя. Но с печкой на мотоцикле. Или это палатка? Палатка это, мне кажется. Там у берега? Не, вот здесь. Но рыбка подошла такими волнами. Вытащили две сорожки с Виктором. Виктор, он на две удочки решил рыбачить. Что вы? О, о, клюет. Поклевочку снять надо. Но мелочь все равно. Ох ты! Опа! Ты зацепил эти вот удочки. Сошла, клевала у меня тоже. Ну, а надо, если удочку это делать, лунку рядом. Ох, о, о, аж удочку качает. Надо же, подходит такими волнами, да? Но долго она не подходила, минут где-то 30-40, однако ее не было. Заполошная. Тихо, тихо, тихо. Под
язычка маленькая, так. А у меня, смотри, как повело леску-то. Смотри-ка, видите? Опа-па-па-па. Так у тебя кто-то сидит там? Ну, так я снимаю. Сейчас. Ох ты! Да, видите, вытаскиваю. Ох, сошла! Пока снимал. Обычно съемка и рыбалка — две вещи несовместные. Она вообще туда ушла. Но... О, это ельчик. Ельчик. Ух ты! Шустрые как эти. У меня-то она уж утащила аж туда. Только сразу клюет, да? Сразу. Заглотаем. Ну вот, полтрите, друзья мои, собратья по рыбацкой страсти. Рыбалка сегодняшняя закончилась. 14 ноября. Вот такой у нас улов. Свети. 15 сегодня? А, сегодня 15 ноября. Мелочь, правда. И лес, сорожка, подвязочки маленькие. Маленько собираемся домой. Мужичок полуострова стоит, рыбачит. Ох, святой-то какой. Ледяной белый свет святого носа. Мужичок на палатку поставим. Так вот.